Что такое глобализация? И почему об этом так часто сегодня говорят с экранов телевизоров, на страницах газет и по радио? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, общество «Изглтыбас Инициативы Центрс» осенью этого года приступило к реализации проекта «Латгалия за долгосрочное образование и глобальное развитие». Общественных деятелей поддержали депутат Сейма Хасам Абумери, Дагупилский университет и Ирзакиенская высшая школа. Главная цель проекта заключалась в следующем. Совместно со студентами, школьниками, преподавателями Латгальского региона способствовать расширению круга общения и обмена информацией между людьми, которые живут, что называется, по соседству друг с другом. Мы хотели и рассказать, что такое глобализация, глобальное образование, и показать, как это влияет не только на Латвию, но и на Латгалию. Но и хотели, с другой стороны, узнать, что хорошего уже происходит в этой теме тут у нас, в Латгалии. В рамках проекта был организован и конкурс эссе, а также видео и фото. О своем участии в нем заявили 29 человек, которым было предложено рассказать о возможностях долгосрочного образования, о достижениях людей, которыми они гордятся, из которых следует брать пример другим. Имена победителей были объявлены 20 ноября на заключительном мероприятии проекта, которое состоялось в Даугавпилсском университете. Работы брата и сестры Доминика и Едвиги Межеников вошли в число лучших. В своих работах мы решили рассказать о своей семье, которая для нас с братом стала примером во всем – в учебе, работе и отношении ко всему, что нас окружает. Мы стараемся жить, думая о том, что мы оставим после себя. Мы сами производим продукты питания, сами строим и стараемся не использовать те материалы, которые загрязняют окружающую среду. Мы также стараемся сортировать бытовые отходы, потому что любим свою родину. Мы хотим рассказать людям о том, что знаем. Мы хотим рассказать о себе и других достойных людях всей Латвии, всему миру. Поздравлял победителей посол доброй воли Европейского года развития депутат Сейма Хасам Абумери. Сегодня мы говорим не только о Даугавпилсе и о Латвии. Сегодня мы говорим о Европе, которая играет важную роль в мировом пространстве. Мы не можем сидеть и думать только о себе, не обращая внимания на то, что происходит за пределами границ Европейского Союза. Этот конкурс был организован для того, чтобы мотивировать нашу молодежь начать думать о других. Это позволит нам жить в безопасности. Например, мы знаем, что в Африке есть ряд инфекционных заболеваний, которые опасны для жизни человека. Так вот, если мы сообща не будем бороться с этими недугами, то где гарантия, что этот вирус не появится у нас? Поэтому я убежден, что этот конкурс – хорошая возможность понять, насколько важен диалог между людьми. Проект «Латгалия за долгосрочное образование и глобальное развитие» завершен, но, как отметила Дайга Заки, у него обязательно будет продолжение.